структурные реалии войны вряд ли изменятся, даже если линия фронта сдвинется, что само по себе далеко не гарантировано. США и их союзники должны быть в состоянии помочь Украине одновременно и на поле боя, и за столом переговоров. Сейчас самое время начинать. Сэмюэль Чарап, я могу сказать, что, дорогой, они уже давно начали. И сейчас идет подготовка к саммиту в Вильнюсе полным ходом. И я могу сказать, что вот что-то в таком ключе там и выкатывается. И по этой причине, ну, понятно, как мы сказали, этот же номер готовился до, в том числе до заявлений, ну, сейчас же по НАТО у нас дискуссия поднялась из-за того, что ряд представителей Запада сказали, что как бы не будет, скорее всего, членства Украины в НАТО, ну, предложено на этом саммите. И сейчас вот то, что я вижу, что в рамках НАТО как раз уже обсуждают вот модель какую-то гибридную. То есть не членство, а что-то вот что-то, где-то между...